6 мая, Санкт-Петербург. Проспект Большевиков. Возле дома номер 1. Вот у нас такая тема, парад. Никакая не подготовка, просто в нашем районе. Ну что, это работает, это хорошо, да? Но. Да вообще на холостых ползет. Резину намыли, начистили, сотриты. Этим-то посложнее. Я на таком горне, блядь, полгода, блядь, на Урале в первый раз. Новые вообще, походу, с консервации, смотри. Абсолютно новые. Лисучили, как у меня. Но. Праздником вас! Смотрите, даже этот. О, пацаны бедные. Жарится. Смоги какие, смотри. Глянец такой наполированный. Так, красавцы. Так отлажено, они шагают. Это вчерашний, походу. Ну да, половину. Так, слушай, своим ходом я первый раз. Смотри, сколько полутора. Ну ёпта. Что, Катюшу не сняли. Так Катюшу даже не сняли. Не попала она. Рецепчики замудрили такие. Вот, блядь, это вам не хохлы, бля, ебучие. Праздником! Галка даже рабочая. Валит. Thank you.
была еще, не жаль. Стало пошло, мы такой. Моряки тут, курсанты. Короче, афганцы все тут. Суворовцы, да? Суворовское училище. Моряки-курсанты. Шагали полу земли, этот день мы приближали, как могли, этот день.
слезами на глаза. Как это гаишник несуразный, худой. Да? Непонятно. Да, наверное, что-то. Ох, какая рыжая на коне. Смотри, выправка какая. Класс. Ну вот и все. Такой вот у нас парад. Супер просто. Конца края не видно.